Друзья, я рада вас всех приветствовать на своем канале «Обедаем дома» Светлана. Сегодня я варю вот такое варенье абрикосовое с добавлением агар-агар. Это растительный заменитель желатина. Итак, у меня 2,5 килограмма абрикос. Я их помыла, просушила и теперь буду отделять косточку, удалять. Ну и, конечно же, все, что мне не нравится. Где-то обрезать, где-то хвостик. Абрикосы почистила я. У меня получилось 2 килограмма уже очищенных абрикос. Засыпаю 2 килограммами сахара. В процессе варки я посмотрю, я добавлю еще 500 грамм сахара, потому что абрикос что-то у меня кисловатый. Оставляю на ночь абрикосы, засыпанные сахаром. Сахар растает, абрикос даст свой сок, и вот такой сиропчик у нас получился без капли воды. Кастрюлю ставлю на огонь не сильный, чуть ниже среднего, и буду доводить до кипения. Тем временем я подготовлю 100 миллилитров воды и отправила сюда 8 грамм агар-агара. Хорошо перемешала, и пусть стоит до растворения. Варенье начинает у меня закипать, образуется пенка. Чтобы не было пенки, чтобы не нужно было ничего собирать, убирать, есть такой хороший совет. Кто не побоится, воспользуйтесь. Грамм 20-30 хорошего сливочного масла отправляем в варенье. Не критикуйте, на вкус это не повлияет, по крайней мере, в худшую сторону. Но ваше варенье не будет пениться, не будет этой пенки. Хорошенько размешали варенье вместе с маслом. Кипятим. После закипания варим на медленном огне минут 10, не больше. И выливаю сюда растворенный агар-агар. Хорошо перемешиваем. И 4-5 минут готовим с агар-агаром, постоянно помешивая. Интерес здесь в том, что мы долго не варим, не перевариваем сахар, ягоду, а варенье вот получается, посмотрите, какой консистенции, самой нужной. Если хотите погуще, нужно будет, я говорю, 8 грамм, вообще-то рассчитано на килограмм. Ягоды у меня на 2 килограмма. Сильно густой такой конфитюр я не стала готовить. Хотя готовлю тоже и конфитюр. Люблю погуще. Но вот это варенье я так сварила. Всем приятного аппетита. Готовьте варенье. Пока-пока.